Здравствуйте, ребят, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Папикян Армен. Чебаро Григорий. Игроки команды Лейпциг. Сегодня поздравляю вас с победой. Спасибо. Был упорный матч. Скажите, рассчитывали на такую борьбу со стороны Байера? Ну, мы знали, что игра будет непростая, так как Байер борется за вылет, а мы боремся за выход Лиги Европы. Более высокие места. Наша цель – Лига Европы. А так команда неплохая, молодцы, под ним боролись, показали хорошую игру, да. Характер. От всей души поздравляем Байер. Хорошую игру в первом тайме. Не, пацан, красавцы. Ну, скажите, почему так вообще такие разные таймы получились? Ну, мы вышли не собраны. Ляпы защитников, но мы смогли отыграться за счет слаженной игры, потому что перерывы сделали более какие-то корректировки. Да не, мы морально уничтожили Байер во втором тайме. Морально задавили, да? Ну, а в физике, как думаете, вам хватило на полный матч, либо же они подустали, как думаете? Наверное, мы максимум дожали, набрали жесткий ход игры. Хорошо, тогда поздравляю с победой. Спасибо большое. Фатеев Антон, игрок команды Байер. Провели игру с Лейпцигом, проиграли минимально, была упорная борьба, выигрывали напряжение матча, выходили вперед, первый тайм вообще выдался отличным. Расскажите, почему не удалось довести до конца? Ну, во-первых, под конец первого тайма все игроки выдохлись, и не хватило чутка времени, чтобы отдохнуть. Каждый проявлял себя очень-очень хорошо, то есть каждый бегал, каждый выкладывался по полной, то есть забивали, боролись, ну, чуть-чуть не хватило дожать, то есть сил не хватило, играли сегодня без замен, не все смогли собраться из-за работы. Ну, мы будем еще сплочать нашу команду и будем еще бороться. Спасибо большое. Спасибо.